спальне почти по-прежнему. Ну, в комнате так немножко как-то так. Папа Вася брал что-то вкусненькое и не закрыл. Вот, вещи. Ну, так вполне уютненько. Мишка тут вчера целый день валялся, вообще носа не выказывал. И читал Губарева «Королевство кривых зеркал». Залпом прочел за день, прежде чем уехали. Здесь вот так вот. Ну да, понятно, что не убрано, потому что все время что-то делаешь. Холодильник тут, микроволновка там, стол обеденный. Но приходится тут это по очереди кушать. Ничего, вшестером, конечно, тесно. Но вчера мои как украли, день был хороший, катались на великах всей семьей. Вот. А вот здесь вот, тут вот у меня электрочайничек. Наконец-то пригодился. Уже лежал 2 года. Вот самое то, что надо. Тут как бы такой вот одна часть кухни. Ну, тут чего только нет, конечно. Вот эти полочки висячие тут на столе. Там банки, огромное количество, яблоки, остатки помидор, которые портятся. Вот сюда тоже яблоки складывают, старый холодильник запасной тут. В общем, все, что с кухни было, вся мебель там, посуда и вообще тьма тьмущая всякого разного, все пришлось умещать в доме. Вот, открываем дверь, здесь кухня. На крылечке. И, в общем-то, как-то вполне даже себе пристойно. Газовый баллон, правда, прикалывает, немножко как бы попахивает. Но папа Вася считает, что нет. Так, опять включил на полную катушку. Соковарка тут у меня даже уместилась. Вот так вот. Так что, в общем-то, жить можно. Вот так вот. Соковарка сплошь с антоновских яблок будет. Ну, чё ж, что-то собирается. Тоже там пара ящичков. Вот выход сюда в сад. Ну, красотища. Вот только обидно, что погода испортится. Жалко цветочков. Только-только они раздухарились.